Здравствуйте, это Надежда Абрамова и программа «Вкус настоящего». Сегодня в программе новая коллекция Тани Котеговой. Что такое генетический паспорт? Авто – первый помощник спортсмену. Доброжелательно всматриваться в окружающую жизнь, видеть потенциал счастья в повседневной красоте – это наша философия, наше призвание, наша кредо. Сегодня поговорим о гармонии мира. Я была на показе в модном доме Кристиан Диор. И после этого показа, конечно, вот такого камерного, я для себя решила, что наконец-то наступит какой-то момент, когда я смогу действительно в своем помещении делать вот такие камерные показы. Стиль нашего салона все-таки классический, наши вещи очень узнаваемы, но, безусловно, у нас еще, знаете, такие в коллекции каждый раз проскальзывают какие-то такие ностальгические нотки. Но вот сегодняшняя коллекция, я стараюсь как бы немножечко уйти от гламура, хотя у нас никогда уж не было таких гламурных коллекций, и немножечко вот этот снизить пафос вообще вещей, потому что ткани дорогие, качество безупречное, и хочется немножечко придать вещам такую, знаете, такую легкую небрежность. Для меня это кредо, это ткани дорогостоящие, это качество исполнения и крой. Мне кажется, что люди гораздо больше получают удовольствие вот именно от камерного показа. Поэтому мы решили, это уже у нас третий показ в доме. Как известно, если слишком много людей идут в ногу, под ними может обрушиться мост. Котеговы интуитивно чувствуют, когда пора сменить шаг, выбиться из общего ритма и выбрать другое направление ради спасения красоты. Осенне-зимняя коллекция модного дома Тани Котеговой отвергает гламур и снижает пафос. Коллекция четко отделяет красоту от красивости и тем самым утверждает, истинная женщина должна находиться в зоне комфорта и отказаться от жертв ради имиджа. А потому в коллекции Котеговой нас ждут пластичные ткани, свободный силуэт и особая привлекательность тайны, которая рождается в необычных, не стесняющих движения фасонах. Стремление к элегантной спортивности порождает новую манеру одеваться. Мудрость конструкции заключается в ее многофункциональности. Элегантность английского твида становится демократичнее из-за имитации дутика. Куртки и пальто утеплены и прострочены квадратами. Такие куртки составляют прекрасный ансамбль с юбками макси на молнии. И все вместе выглядит как пальто, но порождает массу вариантов. Юбку можно надевать поверх брюк и трансформировать свой образ. Объемные платья прямого силуэта иронично перекликаются с излюбленным домашним нарядом любящей женщины – мужской рубашкой. Линия подола повторяет ее изгиб, а накладные карманы усиливают сходство. Так же, как заставил публику надолго задуматься черный квадрат Малевича, так и блуза в виде черного квадрата надолго озадачит поклонников своей геометрической правильностью, сломанной женскими формами. Украшением коллекции служат молнии, словно оружие Зевса-громовержца, в соответствии со своим названием, сверкая на черном фоне, они мгновенно ослепляют. Котегова предлагает увидеть сокровенное под другим углом, освежить взгляд, разглядеть то, что раньше было вне зоны фокуса. Брючный костюм сочетает смокинг с винтажной застежкой и брюки-шаровары, полностью убивающие излишний гламур и снижающие пафос. Новая коллекция Котеговой – это попытка пресечь привычку к стереотипам красоты. Отказ от пафоса, новая искренность с известной долей лукавства. Ведь скрывая, мы лишь разжигаем желание проникнуть под завесы тайны. У меня такое ощущение, что все равно, как и в моде, так и в интерьерах,
мы возвращаемся, опять-таки вот проживаем эту жизнь и возвращаемся опять к этому стилю. Просто какой-то момент нужно переждать, но я именно в этот момент, я все равно придерживаюсь, конечно, именно вот каких-то прошлых столетий. В общем, у меня свои приоритеты. Когда явления жизни выстраиваются в стройный ряд, мы вспоминаем музыкальные термины и говорим о гармонии. Ведь действительно, мир, организованный разумно и с большим вкусом, звучит как соната Моцарта. К началу 80-х высокая мода поднялась на такую недосягаемую высоту, что оказалась почти в стратосфере. Воздух заканчивался, дышать становилось мучительно тяжело. Превратившись в искусство для искусства и для нескольких сотен эксцентричных толстосумов, от-кутюр должна была либо красиво умереть, либо возродиться. Но тогда потребовалось бы настоящее чудо. Чудо звали Кристиан Лакруа. Он взорвал модный мир, одев женщин так, как они и хотели всегда одеваться, только стеснялись об этом сказать, ярко и легкомысленно. Источником для его вдохновения послужили исторические студии по истории костюма, которым кутюрье посвятил первую часть своей жизни, пока строил карьеру университетского преподавателя и светила науки, а также горячий, подогретый средиземноморским солнцем воздух родного Камарго. Ведь простая крестьянка из окрестностей родного для Лакруа Арля одевалась, на его взгляд, лучше, чем завсегдатаи модных парижских показов, чей вкус был настолько утончен, что парил в невесомости, не касаясь грешной земли. Лакруа вернул моду на землю, землю, усыпанную яркими цветами. Кристиан Лакруа – это великий художник, которого я очень люблю, и в жизни, и на сцене я всегда одеваюсь от Лакруа. Парадокс Лакруа. Рафинированный интеллектуал оказался единственным человеком во вселенной от кутюр, которому удалось раскрыть секрет подлинного невульгарного народного вкуса. В его концепции моды даже живые гвоздики, как на том легендарном показе, эксклюзивные кадры которого мы вам демонстрируем, оказываются исключительно уместны. Ведь Лакруа кутюрье для тех, кому мода приносит всего лишь подлинную и ни с чем не сравнимую радость. Всем известна русская пословица «предупрежден – значит вооружен». И знать, какие заболевания могут возникнуть у тебя в будущем, это уже 50% успеха. Потому что профилактическое лечение – это наиболее важный этап сохранения здоровья, молодости и красоты. Сегодня медицина обладает уникальными технологиями, позволяющими знать, возможно ли заболеть тем или иным заболеванием в будущем или нет. С этой целью выполняется молекулярно-генетическое исследование. Давайте об этом сегодня с вами поговорим. Генетический паспорт – это очень важный документ, медицинский документ. Он говорит о наборе генов предрасположенности. То есть можно по генам определить предрасположенность к той или иной болезни. Ну, например, к инсульту, к диабету, к инфаркту, к болезни Альцгеймера. Некоторым видам рака, рак молочной железы, простаты и так далее. Выявление этих генов говорит о потенциальной угрозе, но ни в коей мере не говорит о стопроцентной гарантии такого печального исхода. Более того, активность гена примерно зависит, ну так скажем, от генетики примерно на 25-30%. А 70% это называется эпигенетика, это образ жизни, что мы едим, что мы пьем. То есть примерно 70% в руках самого человека. То есть, зная предрасположенность свою, каждого человека, к тому или иному заболеванию, можно предпринять определенные профилактические меры. Я так предполагаю, в будущем, ну, лет, наверное, через 20-30, каждый человек будет иметь генетический паспорт. Это имеет огромное значение для профилактики возрастной патологии. Это замечательно, что современная медицина позволяет нам знать нашу предрасположенность к возникновению тех или иных заболеваний. И, следовательно, мы можем быть защищены от возникновения этих проблем. Теперь мы можем не бояться будущего, мы знаем свои слабые места, и мы можем предотвратить возникновение заболеваний. Оставайтесь молодыми, вне зависимости от возраста, и живите со вкусом. В
пропагандисты здорового образа жизни не только в Европе потеснили машины велодорожками. Но даже в российском автосалоне на самом видном месте не авто, велосипед. Общемировой тренд – это спортификация, это спорт, это активный образ жизни. И так или иначе наши автомобили должны не только внешне и технически преследовать также этот тренд, но и функционально. Апологеты спорта призывают вовсе отказаться от личного автотранспорта. На вело уже Европа пересела. Велодорожки, велопарковки появляются и у нас, но не хватает безопасности. Передвигаясь по дороге и вроде бы соблюдая правила дорожного движения, велосипедист все равно вызывает некую легкую ненависть со стороны автомобилистов, особенно если все это еще сопровождается плохой погодой, пробками, то, к сожалению, велосипедист значительно более уязвим в рамках какого-нибудь дорожно-транспортного происшествия. Враг ли автомобиль спорту? Наш эксперт освоил водное поло, теннис, конный спорт, теперь не расстается со скейтбордом, и он знает, авто – первый помощник спортсмену. Автомобиль – это передвижной свой собственный ящичек, который мы привыкли видеть в спортивном зале. Мы можем хранить в автомобиле нашу форму спортивную, можем хранить обмундирование. При наличии определенных аксессуаров мы можем перевозить велосипеды, мы можем перевозить доски для серфинга. Не ящичек, склад, гардероб и гримерка. Капсула, соединяющая не только точки в пространстве, но разные миры, не нарушая их границ. Попасть из офиса в спортзал, а оттуда в театр, не помяв костюма, не смешав запахи, можно только через авто. Это была программа «Вкус настоящего», и мы пытались расслышать за шумом повседневной суеты, которую мы с любовью называем жизнью, музыку высших сфер. Это был разговор о гармонии, то есть о мире, полном добра и красоты. До скорой встречи! Аксель Моторс – официальный дилер BMW.